То есть, допустим, например, Магриб заходит 6 часов. Человек без 1 минуты 6 сказал, Аллаху Акбар, зашел в Магриб. Его молитва не действительна. Если, баракаллаху фикум, допустим, Аср молитва заходит в 6 часов, и человек преднамеренно до 6 не молился, а потом, ну ладно, встану, Аср помолюсь, его молитва не действительна. Хорошо, а возместить нельзя возмещать. Все. Ты наказан за эту молитву. И в судный день будешь спрос нести, то есть будешь ответ нести, если только ты не покаешься, не раскаешься перед Всевышним Аллахом Субхану. И, соответственно, приложение тем людям, которые объединяют все молитвы под лозунгом «я на работе» и так далее, и тому подобное, приходит дома, опять молитвы совершает, или фаджр дома совершает, потом домой приходит, зухр, аср, магриб, еще у этих людей молитва не принимается. Пророк Саусам сказал «Маган ахтафа фиамрина». Хаза маляйся мингу фагурадун. Тот, кто ведет наше дело, то, что не является из него, то есть в нашу религию, то оно не будет у него принято.